идем и наслаждаемся жизнью. Неважно, куда ты идешь, как идешь, зачем идешь. Торопишься, не торопишься. Даже если ты торопишься, ты же можешь ускориться, но все равно идти и наслаждаться жизнью. Потому что жизнь – это как раз-таки тот процесс, который между точкой А и точкой Б, а не в точке Б, допустим. Потому что многие считают, что дойдя до точки Б, наступит счастье. Ну, это не прямо счастье, да? Но люди бегут, чтобы достигнуть точки. Но в этом процессе от точки А до точки Б ты несчастлив. Ты несешься в будущее. Тебя не интересует здесь и сейчас жизнь. Ты бежишь в эту точку Б. Вот. Вот у меня сейчас друг бежит впереди и думает, что счастье там. А автобус будет через 2 часа. И он быстрее не приедет, сколько бы ты ни бежал до этой точки Б. И будешь там на вонючей остановке сидеть. Поэтому процесс жизни и счастья, он здесь. В настоящее время и в настоящей точке, в которой ты сейчас передвигаешься. Сколько бы это ни занимало времени. И когда ты прибежишь в эту точку Б, и если ты в моменте, и здесь, и сейчас, у тебя все время будет счастье именно в этом моменте. Поэтому не нужно нестись, бежать. Вот у меня, вон друган, бежит в горы шли, бежал. Говорил, что побыстрее дойти и отдохнуть. И сейчас идем из гор, и он опять бежит. А смысла беготни-то нету. Автобус придет только через 2 часа. Ты хоть умотайся, хоть забежись еще быстрее. Автобус не ускоришь. И вот так вот мы всю жизнь бежим, бегем, побежаем без остановок. Пытаемся добежать до точки, чтобы эта точка наступила. И когда наступает эта точка, ты оказываешься у вонючей остановки на час раньше и стоишь и нюхаешь эту мочу и дерьмо вокруг этой остановки. А ты можешь просто немножко сбавить скорость, идти, наслаждаться процессом жизни, наслаждаться пением птиц, наслаждаться движением своих ног, наслаждаться всем, что есть. Наслаждаюсь тем, что вот тут я сейчас семечки иду грызу, да? Наслаждаюсь процессом поедания семечек. Очень вкусно. Друзья, рекомендую вам карту Тинькофф Блэк. Офигенный банк, офигенная карта. Очень удобное приложение. Если по промокоду у меня внизу видео пройдешь, то пожизненное бесплатное обслуживание карты. Для оформления карты к вам приедет человек. Договоритесь, он в любое удобное время приедет к вам, к дому подъедет, и вы прям там оформите карту. Очень удобно. Рекомендую этот банк, потому что сталкивался с блокировкой счетов из-за каких-то маленьких, малюсеньких штрафов в известных банках. Ну и нет проблемы, заводишь вторую карту, допустим, она может когда-то пригодиться. И, как говорится, не храни все яйца в одном лукошке. Я пользуюсь несколькими банками, но этот мне больше всего нравится. Удобное приложение, вообще суперское. Рекомендую. Вот. Такая вот грязючка у нас. Среди гор дорога.
Старайся замечать вот эти свои точки. Ну, не сами точки. Замечай, как, ну, обращай внимание, как ты бежишь между этими точками. И попробуй остановиться и не ускоряться. Ну как, не ускоряться, не то, что не ускоряться. Попробуй насладиться этим процессом. Если ты не торопишься, не спешишь, зачем тебе бежать? Насладись процессом. Этим великолепным мигом. И так вот ты пробегаешь всю жизнь и не замечаешь, как она закончилась. Потому что ты всю жизнь бежал от точки А до точки Б. И потом от точки Б до точки С. И ты бежишь, 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 бежишь. Раз день закончился. И так на следующий день опять бежишь, 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 бежишь. Приготовить надо, там еще что-то. Бежишь, бежишь. Наслаждайся процессом готовки. А если ты будешь бежать, побыстрее приготовить суп, потом побыстрее включить кино, потом побыстрее досмотреть это кино, потом побыстрее еще что-то сделать, потом побыстрее спать лечь. И вот так вот всю жизнь кошмар какой. Белка в колесе. Бежит, бежит. И никуда не прибежишь. Прибежать можно только здесь и сейчас, в данный момент, в данной точке твоего пространства, времени, а там его нет. Поэтому стараемся не нестись, как угорелый. О, вот он, вот это он, видно? Сейчас увеличим. Вот он сидит. Это наш человек. Друган наш. Бежит. Бегет. Паш, можно через верх, вон там, через горку. Срежешь 200 метров. Вот так вот. Бесконечный бег. Бег, 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 бег. И так вот всю жизнь бежишь, бежишь, бежишь. Всем пока.